2,5 миллиарда рублей в этом году в Югре потратят на капитальный ремонт коммунальных сетей. Об этом говорили на кустовом совещании, которое провел заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в Савицком районе. На мероприятии собрались главы Югорска, Нягани, Урая, Октябрьского и Кандинского районов. Открывая мероприятие, Азат Ислаев отметил, что в целом текущий отопительный период проходит в штатном режиме, хотя количество коммунальных инцидентов по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом значительно возросло. Напомню, в Советском в начале года произошло несколько аварий, в результате жители города в мороз остались без отопления. Но лидером антирейтинга аварийности был назван Октябрьский район. Вопросы ЖКХ требуют ежедневного постоянного внимания. Знаю, что каждый из глав здесь присутствующих лично занимается. И с нами постоянно в диалоге. Есть населенные пункты, муниципалитет в целом, где без поддержки правительства округа точно не обойтись. В прошлом году на капитальный ремонт коммунальных сетей в Югре уже потратили чуть менее 1 миллиарда. В этом году на эти цели в бюджете округа предусмотрены 2,5 миллиарда рублей. По словам главы Советского района, капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в муниципалитете запланирован с учетом произошедших аварий.